Дорогие друзья, всем привет! Я сейчас нахожусь на основе и увидел тут одно спецпредложение, какой-то особый комплект киберпонедельника. Я не понимаю, с чем это связано, но пройти мимо не могу, мне нужен этот легендарный сундук короля. Смотрите, так, что-то у меня камера не на месте стоит. В общем, у меня практически все леги сейчас максимум, мне надо мега-рыцарь и нужен призрак. Естественно, если выпадет обе эти карты, я выберу призрака, потому что мега-рыцарь я и так заполучу в скором времени. Мне нужен срочно либо призрак, либо мега-рыцарь, но желательно призрак. В общем, поставьте лайк на удачу, подпишитесь на канал, плюс еще 50 тысяч золота. Я не знаю, вчера все просили основу, глобал, стрим. Если хотите сегодня стрим, скорее всего будет, начну пораньше, постараюсь. Поэтому, если что, стримы у меня на другом канале. Ссылка есть в описании, если хотите смотреть стримы, приходите. В общем, 20 баксов, плюс там токен, золото, покупаем. Осталось совсем немного покупать, потому что уже реально почти все леги фулл. Это уже такой, знаете, игровой интерес у меня добить их до конца. Особо я ими уже не играю, этими ни легами, ни колодами. Вообще, в целом, я сейчас реально играю в основном Brawl Stars. Рояль чисто, так, для фана уже, что ли. Ну, давайте, поехали, легендарки. Легендарки! Так, ну тут без спору. Без спору мы берем призрака. Получаем полтинник. Золото, токен, в общем, и все. Слева предложение покупать не буду, пускай оно для лохов разных. Ну, я не знаю, просто 5 баксов за что, блин, за 100 гемов, за 3000. Не, ну ладно, я зря угораю, 100 гемов, может быть, кому-то очень нужны. Плюс магический, в принципе, ну, комплектик, но мне он точно не нужен. Комплектик, может, и неплохой, недорогой, но нахуй мне нужен. Попробуем, ребятки, Голем 2 Принца. Так, в общем, не получилось у меня ни с големом, потом взял... Так, ребят, не пошло у меня с големом, даже брал трех мушкетеров, с ними тоже не пошло. Три поражения, меняю деку, беру кор-гиганта, поехали попробуем. А вообще, знаете что, ребят, вообще... уже не то. Уже не то, уже все. Я понимаю, что уже все. Я не могу играть. Ну, я не могу уже играть. Оно мне уже и надоело. У меня уже не получается. Я не знаю, мне мета, во-первых, не нравится данная, которая сейчас есть в глобале. Вот этот новый голем, это херня полная. Я не знаю, вот раньше с големом были прикольные связки. Сейчас у меня не получается с этим драконом. Либо это не в мете дело, я не знаю в чем. Просто, ну, очень трудно мне сейчас играть. Очень. Я сижу на 5200 уже, наверное, полмесяца. Ну, это какая-то дичь, ребят. Я, бля, да, прикол вообще, да? Давайте я сюда кор-гиганта. Ну, это какая-то дичь полная. Ну, давайте, дракон. Так. Ну, туда пламенного. Ну, блин, мне что-то кажется, там громовержец пойдет следом. Либо электродракон. Сейчас электродраконов очень много. Ну, давайте. Пламенный. Так. Быстренько. Ага, разряд у него все-таки был. То есть, и варварская бочка, и разряд. Прекрасно. Шикарно. Ну, блин, еще одно поражение, скорее всего. Ну, вот как мне стримить вот с таким вот скиллом, с таким вот уровнем игры? Не знаю. Остальные игроки играют, все нормально. Я вот смотрю, у них ничего не поменялось. У меня все изменилось. Я, может, из-за того, что я сейчас не играю особо в рояль, не знаю, я задрочу в Brawl Stars. Каждый день играю и... Я его сейчас не снимаю особо, не стримлю, потому что я понимаю вас, вам не особо интересно смотреть, потому что не понимаете, в чем смысл, да, и не можете поиграть, скачать пока что, поэтому пока я реже выпускаю ролики по этой игре. Но до 12 декабря, то есть до релиза, еще, блин, очень много времени, я прям хз вообще, но вот как мне сейчас играть в рояль? Либо, знаете, абстрагироваться от этого всего... Как сказать, от этой темы, мол, надо поднять кубки, надо быть в топе, да просто забить хер и играть как-нибудь, там, в удовольствие, не знаю, по фану, там, я не знаю, какие-то фановые колоды, возможно, челленджи какие-то придумать. То есть, реально, я, может, заморачиваюсь, придумал себе, что если играть, то надо играть хорошо, да? По-другому я не могу снять ролик, не могу записать видео, ну, бред же, правильно? Вот,
Может, из-за этого меня напрягает это все. Если я буду относиться проще к игре, соответственно, и играть проще будет, и, может быть, я не знаю, видосы снимать будет проще, потому что, ну, иногда меня просто так бесит, что у меня не получается там выиграть кого-то, у меня не получается апнуть какой-то рекорд. Хз, короче. Напишите, что вы по этому поводу думаете. Вот, ждете ли вы релиз Brawl Stars? И как у вас вообще дела с игрой, с глобалом? Как у вас дела? Да вообще в целом, как у вас дела? Напишите в комментариях. Почитаю комменты. Посмотрим, что там вы мне напишите вообще. Потому что, что-то, ребят, мне так хочется Brawl Stars снимать, честно. Но я понимаю, что он вам не заходит сейчас. Не знаю, как быть. Тупо не знаю, как быть сейчас. А рояльку, да? Вот, ну, сейчас вот Хабиба разыграл. Это было еще, ну, дополнительное такое разнообразие. Может, вы мне подкиньте идеи? Я вот послушаю, точнее, почитаю ваши комменты. Посмотрю, что вы там пишете мне. Может, какую-то идейку накинете. Только не создать твинка, вот. Я не знаю, какую вы можете идею мне накинуть, чтобы мне было интересно. Это сложно, потому что я уже, ну, все, что можно было, придумывал. То есть сейчас реально трудно что-то новенькое придумать в рояльке, поэтому мне кажется, что все равно ничего годного вы не предложите. Но, тем не менее, попытайтесь, может быть, что-то да интересного мы с вами вместе придумаем. Господи, я и играю, и я не знаю, я хоть все нормально вам рассказываю сейчас. Просто я не думал то, что говорил, и... Короче, забейте. Блядь. Как-то сложно все стало в игре Clash Royale. Как-то сложно. Тоже одно и то же. То есть нету как-то вот, знаете, новой... Хотя, опять же, я не ною. Все, давайте, я не буду ныть. То разнылся. Я на самом деле жду обнову какую-то в рояльке, может быть. Хотелось бы что-то, знаете, такое. Может, новую арену или новое какое-то задание, которое бы... Ну, не задание, а новая цель, да? То есть, к примеру, добавили какой-то там новый режим, и все такие начали, знаете, такой киберспорт начался. То есть соревнования начались, то кто больше апнет, кто больше что-то сделает. Что конкретно, я не знаю, что я хочу. Ну вот, что-то такого хочется, да? Какую-то обнову на Новый год хочется. Мне говорили, что она, возможно, будет. Табля, опять пека. Сука, что на Хабибе играл с Коргигантом эти пеки? Что теперь взял Коргиганта пеки? Ладно, давайте эту каточку сыграем. И, я не знаю, буду завершать выпуск. Следующий ролик у меня будет по Brawl Stars. Если не трудно, зацените. Посмотрите, скоро выйдет Brawl Stars, уже надо так привыкать к нему, там, я не знаю, смотреть что-то как вообще в этой игре. Но вы не переживайте, как только релиз будет, естественно, ебаный рот, естественно, будут разные обучающие ролики, что да как, всякие советики. Сейчас особенно ютуберов по Brawl Stars развелось больше, чем игроков. Но это ничего, это возможно даже хорошо в какой-то мере для новичков, потому что будет много разного выбора контента по Brawl Stars. Вот. Но пока до релиза я вижу, что пока до релиза бесполезно его снимать, стримить вообще. Юные парни, которые не могут использовать там VPN или сменить свою страну на Канаду, они попросту не хотят ничего знать про Brawl Stars. Вот, поэтому... А большинство у меня именно таких, которые, ну, задротят в рояльку, но не хотят знать ничего по Brawl Stars. Вот, ну, ждать недолго осталось, но еще, блин, знаете, вот сейчас Хабиба разыграл, и думаю, блин, а что вот сейчас без Хабиба делать, что вообще, это так прикольно было, хоть Хабиб еще был. Не знаю, в общем, пишите в комментариях идеи, ребят. Вот, TV Royale, мой личный, тоже, знаете, не особо мне сейчас интересно. Сундуки предлагают открывать, да тоже как-то, блин, надоело эти сундуки. Что еще? Какие-то рекорды у топов. Да, блин, тоже хер знает, нахер оно надо уже кому. Короче, хз, напишите в комментах. Может, вы лучше знаете, что надо, что не надо, я почитаю. Так, ладно, сейчас я выебу этого... Ой, я материться стал в роликах в последнее время, вы меня извините. Вот, буду стараться эту привычку, короче, как-то искоренять. Так, тихо. Тихо сказал, блин, надо срочно какие-то... Юниты по земле, все. Коргигант с пекой.
Это то, что мы заслужили с вами. Молния, и все, и прощай. Прости, прощай. Давай, Коргигант, уже, делись быстрее, все отлично. Делись. Мидор, Мидор Ютуб. Именно Мидор. В общем, друзья мои, я буду прощаться с вами. Посмотрите мой ролик следующий по Clash Royale. Вот, ой, по Brawl Stars. Ну и напишите мне, как добавить интереса в игре Royale. Вот вы сейчас играете, кому интересно играть, скажите, может вы мне что-то посоветуете, смотивируете как-то, я не знаю. Просто, ну, я не знаю уже, что снимать по этой игре. Ну, онлайн-катки, колоды, да, ну... Это становится даже уже скоро мне неинтересно. Даже какой скоро, но уже мне неинтересно. В плане рекорда, знаете, так пофаниться, поиграть, если по фану буду снимать, будет вам это в прикол? Без рекорда. Вот, ну не хочу уже никакие рекорды ставить. Ну все, ну не хочу, не могу. Напишите. Я буду рад почитать. Ну, просто я хочу с вами быть всегда на связи, но, блин, надо же знать, что мне для вас снимать. В общем, пообщаемся в чате. Я завершаю этот ролик и пойду его готовить к вам на YouTube. Все, всем добра, хороших вам пока.